Девятилетняя Соня со своей мамой не спеша направляется в любимый центр, где девочку ждут интересные занятия, приветливые педагоги и, конечно же, верные друзья. Ступеньки, неровная дорога, кочки на пути – все это для девочки больше не преграда. В новой удобной коляске передвигаться и изучать этот мир – одно удовольствие. Больше становится теплых дней, и, конечно же, ребенку больше охота проводить время на улице, как и всем детям. Соне очень нравится, потому что коляска очень удобная. Даже цвет нам подобрали для девочки. А теперь, как видите, мы можем и в центр в ее любимый приехать, доехать, потому что коляска практичная, удобная, мобильная, складывается легко в багажник. Прошло полтора года с нашей последней встречи. Тогда у Сони еще не было такой красивой и, главное, удобной коляски. А ее мама рассказывала нам о том, как они мечтают ее приобрести и почему она так важна для их семьи. Соня плохо передвигается сама, и коляска, получается, это ее вторые ноги, что... Ездить ей надо на таких только колясках специализированных. Мы с Соней будем более социальны. Хочется, чтобы ребенок был в обществе, а не только сидел дома в четырех стенах. У малышки тяжелая форма ДЦП, последствия трудных родов. София не говорит, не ходит, даже не сидит без поддержки. Но это не значит, что она ничего не понимает. С родными, педагогами и другими детьми она общается с помощью глаз. Соня показывает все взглядом, что ей надо. Например, на кухне она уже практически всегда знает, где на какой полке что лежит. Надо ей конфету, она показывает туда взглядом. Надо ей банан, что вон там в холодильнике. Мы ей даем банан. Взглядом Соня общалась и с нами. В первые минуты знакомства она показывала, что боится незнакомых. Через несколько минут, когда страх остался позади, ее взгляд уже выражал любопытство. Единственное, что ей давалось трудом, это взглядом объяснить, как она хочет выйти на улицу, что для этого очень нужна коляска. За девочку сказали родители, и их услышали. Осенью 2015 года семье согласился помочь Русфонд. Несколько месяцев сборов документов и всего один, чтобы собрать нужную сумму. 147 тысяч рублей. Именно столько стоила необходимая коляска. Ну, вначале не очень сильно верилось, а потом, когда под Новый год позвонили, то, наверное, правда, может быть, чудеса бывают. Это чудо сотворили вы, все те, кто откликнулся на беду Толстиковых и перевел деньги. Уже к Новому году Соня получила долгожданную коляску. И сейчас, когда настала весна, она с удовольствием изучает в этой коляске мир. И радость от этого невозможно не прочитать в ее глазах. Огромное спасибо всем, что люди не безразличны к нашим детям и что понимают, что это вроде бы и не операция, но тоже это возможность моему ребенку передвигаться, что это также ее вторые ноги.